Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тхиволк Эксплейнг, и сегодня я буду, так сказать, качаться за лис, попробовать дойти до 20 уровня, вырастить детеныш. Фух, ну что, ребята, думаю, не надо тянуть, и будем мы начинать. Давайте побежим. Так, для начала, что у нас здесь выпало, мы, наверное, выполнили какое-то задание. Ничего себе. Нам надо принять участие в поединке 10 раз на любой персонаж. Это реально? Так, опа, 3 сундука надо открыть. Это просто принести 3, а 5 штук в любой лого. Ну что, ребята, думаю, у нас сейчас будет не просто прокачивание, а даже, так скажу, выполнение задания. Ну, это почти одно и то же, но... Что, ребята? Думаю, нам не надо тянуть время. И, пожалуй, мы с вами скоро достигнем у лошади вот такой интересный кинок. Поэтому потом эликсир. И я хочу дойти до 22-го, чтобы разблокировать вот такого интересного питомца, редкого. Да, очень охота такой питомец. Не приятель, а именно питомец. Поэтому... Так что давайте, в принципе, нам надо что нам выполнить надо? Нам надо выполнить три сундука. Что мы сейчас, в принципе, сделаем. Ученые рекомендуют играть в эту игру, чтобы понизить свой стресс. Да, я знаю. Ребята, поэтому давайте мы, пожалуй, так. Два сундука откроем и все. Вот. Вы выполнили уже одно задание. Завершить. Давайте ждем. Что мы следующее? Поймать вот рыбу. О, кстати, у нас же новая неделя. Поймать рыбу, сливая вот это. Вот. Вы уверены, что хотите пропустить вот это, поймать рыбу, сливая персонаж? Да, пропустить, да. Потому... Так, прогулка с любым персонажем. Вау, это легко. Охота на враги с любым персонажем. 10 врагов с любым персонажем. Думаю, это будет довольно очень-очень просто. И мы сейчас это быстренько сделаем. Так что давайте... Так, еще раз давайте поглянем. Давайте еще раз быстренько взглянем. Прогулка, ага, и заработать монет. Потом 10 врагов. Это, ну, давайте сначала выполним задание с домом. А потом, если что, сразу же уберем. Быстренько, вот. Вот просто быстренько возьмем всякую фигню. Поставить. И сейчас вот это возьмем. Это возьмем, уберем. Уберем. И сейчас заново. Такую фигню повторим. Поставить. Уместить. Последний какой-нибудь предмет. Ставим вот так, и все, мы выполнили. Не, ну а что, никто не запрещал. Что, давайте так. Поместить. Ну вот, мы его как раз таки завершили. Я не думаю, 68 опыта.
Ну что, ребята, так. Наход, надеюсь, игра голос, любой персонаж, знаете, мы знаем. И прогулки. Давайте решим прогулки и заодно охота на 10 целых, так сказать, на животных каких-нибудь. Так что давайте мы с вами начнем. Итак, будем искать и заодно будем бегать, то есть... О, вот и двое уже, давайте. Мало, конечно, нам дают. Но что поделать. Так, мы уже убили двоих, осталось 8. Окей. Навряд ли у нас, конечно, сегодня получится дойти до 20 уровня. И чтобы у нас появился малыш. Ну, не знаю. Давайте мы с вами пробуем прям хорошенечко постараться. И, возможно, не обещаю, но, по идее, будем уж сегодня просто. Да? Сейчас. Так, у нас уже... Вот чуть-чуть осталось, и вот это мы выполнили с вами. Окей. Так, игра в течение животное, лиса, любая карта. Вау, это очень-очень просто. Как раз-таки мы будем примерно играть столько. Окей, заработать 200 клевер, ага. И еще 5 победить и заодно побегать. Давайте. Ну, где же они? Мне интересно. О! Вот и добыча. Иди сюда, мой сладкий. Фух. И мы выполнили целых 2 задания, ребята, с вами. Это прогулка 200 метров, 2000 метров с любым персонажем. И охотиться на 10 врагов с любым персонажем. Давайте завершим сейчас прогулку. Это довольно очень прикольно, я даже вам скажу. Угу. Теперь завершение. Так, примите участие в поединке, это мы знаем.
Охота на 75 врагов с любым персонажем? Нифига себе! Это то же самое, что охотиться на 10 врагов на любого. Ну что, ребята, давайте выполнять и давайте начнем. По идее, это хоть и не так уж и сложно, но вроде бы одновременно и сложно. Даже я не знаю. Ну ладно. Давайте начнем. Только для начала, чтобы нам убить кучу таких животных, нам бы, по идее, надо сразиться в поединке. Поэтому давайте посмотрим. Может, карты открыты, я не знаю, хотя навряд ли, потому что, по идее, они вообще не открыты. Отвали. Все, давайте так, один игрок, специальный, арена, соло, PvP команда. Так, а нам надо в поединок. В поединке нам надо. Я даже не знаю. Ой. Ладно. Окей. И, походу, мы не можем, поэтому давайте лучше будем качаться. Качаться. Саванне. Просто в саванне очень-очень много животных. И, возможно, там мы... Хоть они там и очень сильные довольно. Пойдет, нормально будет. Окей. Где у нас? Иди сюда, сладкий пирожочек. Кусок какашки. Иди сюда. Иди сюда. Бежим.